Сегодня состоялось заседание комиссии по ТБЧС, в рамках которого обсуждалась подготовка города к всем возможным мероприятиям по недопущению распространения коронавируса на территории города Одессы. На сегодняшний день в рамках еще выполнения предыдущих распоряжений Одесского городского головы нами закуплено довольно-таки много масок, необходимой техники, халатов, скажем так, дезинфицирующих средств. И в рамках уже предыдущей сессии городского совета на эти все цели предусмотрены средства. Помимо того, в школах, больницах, в детских садах развешиваются профилактические плакаты. В аэропорту, на автовокзалах сегодня измеряют температуру и рекомендовано всем транспортникам проводить профилактику, дезинфекцию транспортных средств. Помимо того, в школах города Одессы проводятся круглые столы и семинары на предмет поведения в той или иной ситуации и как избежать заражения. Это все комплекс мер, который направлен на предотвращение появления инфекции на территории города. Инфекционные больницы, специальные есть боксы, специально оборудованные, со всем необходимым для принятия такого рода пациентов. Проводится работа с кадрами для того, чтобы квалифицированно оказывать помощь и сохранить безопасность нашего медперсонала. А также готовится городской план создать все возможные алгоритмы, сценарии в случае, если такие первые пациенты появятся в Одессе. И это очень важный момент. В связи с этим мы сегодня обсуждали со всеми участниками более 100 подразделений, организаций, департаментов, городского совета, государственных учреждений, которые должны организовать будут в кратчайшие сроки слаженную работу. Помимо того, нами разрабатывается сценарий, скажем так, учений, в рамках которой все подразделения, структурные, муниципальные, государственные, будут отрабатывать сценарий в случае возможного заражения, распространения заболевания на территории города Одессы. Значит, с учетом рекомендаций Европейского центра по контролю профилактики. Я очень прошу всех по своим линиям, по своим информировать руководство. В этом плане есть такой пункт, саме то, что мы сейчас обговорим. Я хочу поблагодарить за оперативное взаимодействие всех учебных. Вопросы готовности учреждений здравоохранения Одессы. Школа 2. Внеочередного заседания комиссии по вопросам ТБЧС 120 тысяч гривен. Было запланировано для 96 масок медицинских, 37 221 штука респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Также симуляционные... Как это? Он не может. Вы посмотрите, что мне показали видео. Контактного находится, но он без признаков болезни. Поэтому за ним установлено. Нам ожидать здесь. Мы попросили пограничную службу, чтобы они, может быть, поделимся с ними этой информацией и выработаем какие-то меры уже. Что может сегодня и собираться и вырабатывать противодействия, меры. С приказом департамента в каждом учреждении проведено дополнительное в работе. Изданы приказы департамента здравоохранения. Все руководители учреждений здравоохранения Одесского городского совета оперативно. Студенчество наше, которое, я думаю, сейчас мы попросим вас нам.